Пленарное заседание второй экспертной сессии «Диагностика и определение проблем региональной проектной команды» прошло на базе ДАГОС Университета народного хозяйства. В течение 2 дней эксперты федерального и регионального уровня будут работать над разработкой стратегии социально-экономического развития республики до 2035 года. Подробности Ульяны Парчуевой. В работе экспертной сессии принял участие премьер-министр Дагестана. По словам Артема Сдунова, необходимо определить, чем стоит заниматься в долгосрочной перспективе, а от чего стоит отказаться. Нам очень будет важно мнение глав муниципальных образований, депутатов. Потому что те, кто работает на земле, они порой больше дадут ясных мыслей. Министр экономики региона отметил, что республика делает сегодня важные шаги на пути развития. А потому в этой работе примут участие эксперты федерального и регионального уровня, приглашенные в Дагестан. Чтобы их работа была максимально открыта, и создан сайт, на котором каждый дагестанец может оставить свои предложения по социально-экономическому развитию региона. Сегодня Дагестан делает очень важные шаги в своем развитии. Да, и поэтому нам важно, чтобы эти наши шаги были скоррелированы вот с нашим федеральным центром. Один из приглашенных экспертов, Майя Ламидзе, представляет на сессии Ассоциацию туроператоров России. Именно туризм она назвала одним из самых перспективных направлений развития региона. Она убеждена, туристы охотнее тратят деньги там, где получают новый опыт. В этом направлении и необходимо работать. Пока это сложно сделать. В республике нет качественного сервиса. Безусловно, без транспорта туризма нет. Без создания инфраструктуры туризма нет, без вовлечения местного населения в обслуживание гостей отрасль тоже не работает. Таким образом, туризм может стать как раз тем показателем, по которому власти региона и бизнес региона может судить о том, как все остальные аспекты задействованы, реализованы в рамках стратегии, как они работают и работают ли вообще. Если сюда не поедут гости, вы не увидите увеличение потока, значит, где-то что-то было сделано не так. Сессия будет идти до 22 марта включительно. Задача экспертов – определить наиболее перспективные направления для региона, трудности, с которыми можно столкнуться в их реализации и способы решения. Задачи, принятые на этой сессии, войдут в стратегию социально-экономического развития региона до 2035 года. Лиана Парчуева, Махарбек Амариев. Время новостей.